Друзья, сегодня мы находимся на нашем объекте, где возводится двухэтажный дом из газобетона по проекту Сумарокова. А сегодня я приехал для того, чтобы проверить качество бетона, проверить прочность бетона после 10 дней после заливки этой монолитной плиты межэтажного перекрытия. Для этого я привез молоток Шмидта, вот такой прибор механический. Предварительно зачистил основание сборно-монолитного перекрытия, вот здесь в торце. Лучше проверять в торце, отбивать в торце, потому что здесь бетон более уплотнен, упрочнен и нет цементного молочка. Прикладываем прибор, взводим курок, еще раз нажимаем повторно, сейчас сработает пружина. Вот. И под скоку байка фиксируем положение, фиксируем показания. И дальше по таблице переводим эти показания в мегапаскале, прочность на сжатие. Но сразу скажу, что на этом сборно-монолитном перекрытии после 10 дней после заливки бетона прибор показывает 93% набора прочности, что очень хорошо для бетона.